В Чебоксарах в тестовом режиме начала работу региональная площадка контактного центра еще одного крупного банка. Сегодня Михаил Игнатьев успел побывать не только в ЧГУ, но и провел рабочую встречу с представителями Газпромбанка. Контактный центр расположился на бизнес-площадях речного порта. Здесь появится почти 500 новых рабочих мест. По словам представителей банка, решение о создании регионального центра было принято полтора года назад. Конкуренция между городами, в которых планировалось открыть такую площадку, была довольно высокой. В тройку финалистов вошли Оренбург, Астрахань и Чебоксары. Мы не прогадали. Первое, что нас очень нам порадовало, что есть достаточное количество образованных, толковых людей. 16 высших учебных заведений, нам есть из кого выбрать. Второе, оказалось, что здесь довольно хорошая связь. Связь для нас очень важный момент. Что еще очень важно, то что мы таким образом структурировали нашу работу, что все налоги, связанные с оплатой зарплаты и прочее, будут платиться здесь, на территории. По мере возможности, если у нас здесь все отлично пойдет, мы, может быть, и дальнейшие, у нас есть подобного рода сервисные центры, которые, может быть, тоже будем, мягко говоря, приземлять сюда же.